Я, кстати, забыл сказать, забыл попросить, может быть, у кого-то есть, ну, так чисто случайно, знаете, рояль в кустах, да? Вот, чисто случайно, Библии по-английски, по-немецки, ни у кого из вас нету? Да, вот из перевода. Отлично. Двойной. Двойной. Ну, тогда дайте тому человеку, кто это может читать, потому что это понадобится. Да, если... Вот, значит, давайте начнем. Да, новый Ветхий Завет мы не принесли, к сожалению, я забыл про это, Ветхий Завет в другом переводе. Но давайте начнем с некоторых мест, чтобы показать, с чем сталкивается переводчик и как эти разные переводы работают. Значит, ну, начнем давайте с книги «Бытия». Те, кто на моем курсе был раньше, уже помнят, я думаю, об этом. Книга «Бытия», 11 глава. Давайте с 3 стиха. Вот, почему люди строят Вавилонскую башню? «Сказали друг другу, наделаем кирпичи, обожжем огнем, и стали у них кирпичи вместо камней, и земляная смола вместо извести. И сказали они, построим себе город и башню высотой до небес, и сделаем себе имя прежде, нежели рассеемся по всему лицу земли, по всей земле». Да, сделаем себе имя, прежде чем рассеемся по всей... По лицу всей земли. Да, по лицу всей земли. А у кого-то другие переводы есть этого текста? Может быть, не русские? У меня есть. Пожалуйста. Тут написано, не рассеемся по всей земле. Да, подождите. Вот прочитайте весь 4 стих. Вы не сокращайте. «Потом люди сказали, построим себе город и башню высотой до небес, прославимся этим, и тогда не рассеемся по всей земле». В синодальном переводе люди говорят, мы построим башню, город и башню, прежде чем рассеемся. Значит, последовательность событий. Мы сначала построим, а потом рассеемся. Да? А здесь мы построим, чтобы не рассеиваться, чтобы быть едиными, чтобы не рассеиваться. Интересно, что с точки зрения греческого, еврейского языка правильный второй перевод. С точки зрения содержания правильный второй перевод. Помните, люди говорят о том, что вот, извините, помните, Бог сказал человеку, плодитесь, размножайтесь, наполняйте лицо земли. Бог дает благословение и говорит, рассеивайтесь. Проходят годы, 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 и люди говорят, построим себе башню, чтобы не рассеиваться. Мы будем едины, чтобы не расходиться. Бог говорит, ребята, я вас рассею. Берет, смешивает языки, строить они уже не могут. Они рассеиваются по лицу земли. Значит, вот эта последовательность. А потом смотрите дальше. Уже в Новом Завете, Деяния апостолов, Иисус говорит, чтобы ученики шли и проповедовали Евангелие в Иерусалиме. Где дальше? До края земли. Самарии, до края земли. Они должны рассеяться. В день Пятидесятницы они получают разные языки, все слышат и говорящих на своих языках. А потом они сидят себе в Иерусалиме, а потом церковь не идет до края земли. Отдельные люди идут, но в основном церковь остается в Иерусалиме. И церковь остается в Иерусалиме, и Бог посылает гонения на церковь. И уходя от гонений, они начинают рассеиваться. И Бог и тут говорит, ребята, да, вы будете едины во Христе, но не в географической своей дистрибуции. Географическая дистрибуция у вас будет разная, будет большая, широкая. Вы рассеетесь. Вот вам вот эта параллель. Значит, почему синодальный перевод переводит именно так? Синодальный перевод именно так. Так, кстати говоря, в западных переводах, даже в переводах 19 века, уже написано, чтобы не рассеиваться. В синодальном переводе прежде, чем рассеемся, потому что в русском, в старославянском переводе было аналогично, прежде чем рассеемся. Сначала построим, потом таки рассеиваться будем. Отходить от старославянского перевода нельзя, тем более это, друзья мои, 11 глава Бытия. Люди здесь еще и читают Библию. Нужно сохранить так, как оно существует. И, скорее всего, во времена русского перевода, во времена работы над национальным переводом, было понятно, что здесь нужно по-другому. Но переводчики понимали, что вот есть некая традиция, вот так принято переводить. Значит, этой традиции и нужно придерживаться. Значит, в этой традиции нужно быть верными. А теперь еще одно место. Малахия. Там тоже проблема с переводом, но проблема уже другого плана. Ну, по другой причине возникшая. Да, Малахия, пророк. 2 глава. И очень хорошо, что у вас есть другой перевод. Пожалуйста, тоже откройте этот перевод, он нам понадобится.
Сейчас. Вторая глава. 13 стих. И вот что вы делаете. Вы заставляете обливать слезами жертвенник Господа с рыданием и воплем, так что он уже не презирает более на приношение и не принимает умилостивительной жертвы из рук ваших. Дальше. И вы скажете, жертвы из рук ваших, Аня. Нет, дальше. И вы скажете, за что? За то, что Господь был свидетелем между тобою и женой юности твоей, дальше, против которой ты поступил вероломно, между тем, как она подруга твоя, законная жена твоя. Но не сделали того же один, в нем пребывал превосходный дух. Что же сделал этот один? Он желал получить от Бога потомство. Итак, берегите дух ваш, и никто не поступает вероломно против жены юности своей. Если же ты ненавидишь ее, отпусти, говорит Господь Бог Израилев. Обида покроет одежду его, и Господь, говорит Господь Саваоф. Посему наблюдай за духом вашим и не поступайте вероломно. Видите, как вам сложно было это читать. Я специально попросил фрагмент подлиннее, чтобы вы вот это ощутили. Значит, смысл. Бог не принимает жертвы Израиля, потому что израильтяне поступают вероломно по отношению к жене юности. Вероломно в том плане, что вот они обижают, оскорбляют, возможно, и бьют своих жен, ставших ненавистными. Какой рецепт? Что нужно делать по этому поводу, чтобы не поступать вероломно? 16 стих. «Если ты ненавидишь ее, отпусти, говорит Господь Бог Израилев». Правда, дальше вот этот аппендикс, неважно, непонятно, что здесь делает. «Обида покроет одежду его, говорит Господь Саваоф». Но, очевидно, если не отпустит, а будет издеваться над ней. Значит, смысл в следующем. Если ты возненавидел жену, не надо над ней издеваться, разведись с ней, отпусти ее. Зачем ты ее будешь мучить? И тогда, в общем-то, все будет нормально. Не будем читать весь этот пассаж, прочитаем только 16 стих в том переводе, который Саша нам сегодня оглашал уже. Таня, да, пожалуйста. Ну, говорите. Господь Бог Израиля говорит: «Я ненавижу развод и жестокости, которые делают мужчины, поэтому храните свой духовный союз и не обманывайте ваших жен». Опаньки. Приехали. Так это же, простите, совсем другое. Проблема Израиля не в том, что они жен бьют, отпустить не хотят, а в том, что они духовный союз не хранят, брачный союз не хранят. А его хранить надо. Вот проповеди получатся совершенно разные, применение получится совершенно разное. Представьте себе начать применять первый вот стих в первом варианте. Такой муж... Христианин приходит домой, ты знаешь, я понял, я тебя ненавижу. Иди. Да, а во втором варианте Бог ненавидит развод. И взгляд Бога на то, что происходит, куда более важен, чем личное мнение у данного конкретного человека. Значит, что здесь? Здесь не так однозначно, как в Бытии, который я вам показывал, в случае, который я вам показывал. В еврейском языке грамматика здесь очень сложная. По идее, можно прочитать и так, но как в фразе «казнить нельзя помиловать». Например, помните, что там пунктуации-то толком не было. Вот «казнить нельзя помиловать» — это фраза, которая дает два варианта перевода. Рассказывают, что кто-то из британских деятелей в пылу парламентской дискуссии сказал какому-то другому лорду, что он лжец. Лорд говорит: «Я требую извинений, меня оскорбили». И вот этот оскорбивший встает и говорит: «Знаете, я сказал, что почтенный лорд лжец, я сожалею об этом». Вопрос: о чем он сожалеет? О том, что он сказал, или о том, что почтенный лорд лжец? Таким образом, этот товарищ вышел из неприятной ситуации. А как хотите, так и понимаете. Значит, в данном случае действительно фраза сложная. Фраза, позволяющая несколько интерпретаций. Но нужно сказать, что вторая интерпретация «Бог ненавидит развод»
гораздо более созвучно контексту Священного Писания. Понимаете, Библия толкует сама себя. Мы будем говорить с вами об этом на следующей неделе. Если мы посмотрим другие места Священного Писания, то мысль о том, что Бог ненавидит развод, гораздо более свойственна Библии. Помните, что Бог сам говорит о своих отношениях с Израилем, как отношениях мужа с неверной женой. Израиль блудодействует от Бога. Но это не мешает Богу хранить свою часть контракта, хранить свою часть завета. Он не говорит: слушай, знаешь, я тебя отпускаю, все. Нет, эти отношения остаются. Значит, в контексте Священного Писания, опять-таки, именно второе чтение не просто более вероятно, я бы сказал, процентов на 95, что второе чтение вернее. Почему на 95? Потому что все-таки с лингвистической точки зрения какой-то небольшой процент возможности оправдывать первое чтение есть. Но с точки зрения содержания, с точки зрения Божьего взгляда, нет. Нет, конечно, Бог ненавидит развод. Вы знаете, как сложно переводить стихи? Два человека переводят слова Джульетты, которая говорит с Ромео в пьесе «Ромео и Джульетта». Помните, Ромео в сад забрался к Капулетти, а вот он стоит внизу под балконом, Джульетта на балконе. Они беседуют, и Джульетта в оригинале говорит: «You know, a mask of night is on my face, yet else would a maiden blush be paint my cheek». Два разных переводчика. Один говорит: «Лицо мое покрыто маской ночи, стыда моей, стыдливости моей не увидишь ты». Что-то такого плана. Такая возвышенная Джульетта. У другого переводчика, тоже очень хорошего переводчика, она говорит по-другому: «Лицо мое покрыло темнота, а то б я, знаешь, со стыда сгорела». Вот, но характер другой. Перевод стихов, особенно древних стихов, задача всегда очень сложная. Да? Вы, наверное, понимаете, что сейчас я говорю вот совсем о том, что мое, да, чем занимаюсь переводом, и имею представление, что вот с чем это едят, как это все работает. В связи с этим давайте посмотрим, какие проблемы возникают и почему все-таки важно иметь несколько переводов. Значит, сейчас Таня и еще кто-нибудь прочитаем в двух разных переводах один и тот же псалом. А читать мы будем 28-й псалом. Читать мы будем его по стиху, читать, обсуждать и удивляться. Это псалом хвалы, прославления Господу. 28-й. И будем читать так. Один из вас читает синодальный, и сразу второй, вот другой перевод. «Воздайте Господу, сыны Божии, воздайте Господу славу и честь». Значит, обращение к сынам Божьим, которые должны воздать Господу славу и честь. Пожалуйста, ваш перевод. «Божьи сыны, превознесите Господа, славу Его и могущество, славьте Его». Сейчас. Значит, «Божьи сыны». В других переводах, в вашем это не отражено, а в других переводах бывает «ангелы Божии». Никого нет такого перевода? Нет, да? Так, да, в других переводах бывает «ангелы Божии». Почему ангелы Божии? Потому что вопрос, кто такие сыны Божии? Некоторые переводчики говорят, что сыны Божии – это обычно ангелы. Едем дальше. Второй стих. «Воздайте Господу славу имени Его. Поклонитесь Господу благолепном святилище Его». Благолепное святилище – это что? Где нужно поклониться Господу? Наверное, в храме, в месте поклонения, в благолепном святилище. В любом случае, это какое-то место. И у вас, пожалуйста. «Славьте Его и воздайте честь имени Его с поклонением. Поклоняйтесь Ему в одежде праздничной». Так святилище или в одежде? Вот в одних переводах одно, в других другое. И это действительно, помните, я говорил о том, что язык греческий, еврейский язык очень емкий. Это может быть и святилище, и одежда. Хорошо, едем дальше. «Глаз Господень над водами, Бог славы возгремел, Господь над водами многими». Спасибо, Таня.
Возвышает голос свой Господь над водами. Голос славного Бога над океанами великими разносится, словно гром. Понятно, все пока одинаково более-менее. Дальше. Глаз Господа силен, глаз Господа величествен. Здесь все будет нормально. Дальше прочитайте, пожалуйста, ваш перевод. Глаз его могуч, голос его могуч, голос его великолепен. Да, ну величествен, великолепен, все-таки величествен лучше, несомненно лучше. Пятый стих. Глаз Господа сокрушает кедры, Господь сокрушает кедры ливанские. Голос его сокрушает в щепки могучие кедры, сокрушает могучие кедры ливанские. Сокрушает в щепки. Почему сокрушает в щепки? Потому что по-еврейски есть такое время глагола, которое указывает, такая огласовка глагола, которая указывает на интенсивность действия. Он не просто сокрушает, а именно сокрушает в щепки. Причем тут действительно в оригинале в одном случае просто сокрушает, а в другом случае сокрушает в щепки. Это не просто повтор. Это такая динамическая игра с напряженностью этого действия. Вот в вашем переводе это отражено. Едем дальше. «И заставляет их скакать подобно тельцу. Ливан и Сирион подобно молодому единорогу». Значит, вот насчет единорога мне интересно. Давайте посмотрим, Таня. «Голос Господний и Ливан сотрясает. Ливан словно резвящийся телец. Гора Сирион словно вол». Вол и единорог. В чем разница? Слушайте, вы когда-нибудь видели в жизни единорога? По телевизору. Значит, там была вот какая вещь. Дело в том, что в 19 веке, когда все это переводилось, некоторые слова действительно не знали. То есть переводчики знали, что вот это какое-то животное. Мифическое оно, не мифическое, было непонятно. Это потом уже были найдены тексты на родственных языках, и можно было сделать некоторые выводы. А в то время иногда поступали именно так, что вместо вот этого непонятного животного, ну, упоминали какое-то мифическое существо. Ну, например, на Василиска наступишь, вот кто такой Василиск. Сравните разные переводы, вы увидите то же самое. Переводчики не знали, кто это такой, не знали, что это за животное, что это за существо, и ставили что-то такое полумифологическое. Или старорусское, без всякого соотношения с тем, о каком языке, о каком животном идет речь. Вот единорог в данном случае — это вол. Это действительно вол, ничего больше. Седьмой стих. «Глаз Господа высекает пламя огня». То есть молния. Да, пожалуйста, седьмой стих у вас. «Голос его ослепляет вспышками молний». Вот здесь пламень огня, а в вашем случае уже такое толкование, да, вспышками молнии. Идем дальше. «Глаз Господа потрясает пустыню, потрясает Господь пустыню Кадес». «Глаз Кадес. Его сотрясает пустыню, сотрясает пустыню Кадес». Так, а теперь в девятом стихе будет очень интересный образ. Пожалуйста, задали. «Глаз Господа разрешает от бремени ланей и обнажает леса, и во храме его все возвещает о его славе». Смотрите, что получается. Только что речь шла о лесах, о деревьях, о том, как молния, гром гремит, молния сверкает. Наверное, где-то в этом лесу, да, и вдруг псалмопевец отступает от своего темы, от своей темы, от леса. А в лесу, очевидно, ходит беременная лань. И вот когда беременная лань слышит этот гром и видит молнию, она пугается. И в этот момент происходят роды. Преждевременные. Вот такая картинка получается. Причем очень интересно устроено. Да? О лесе, о деревьях, потом лань. Потом опять лес с деревьями. Интересно, что нам скажет Таня? «Голос его дубы выворачивает и обнажает леса». Слушайте, куда лань дели? Она уже от бремени разрешилась. Да, а тут дубы. Голос его дубы выворачивает. Лани не осталось. Кошмар какой. Спасибо. Вот здесь ситуация следующая. Вот здесь как раз текстологическая проблема. В еврейском есть две буквы, похожие друг на друга. Далет и Реш. Д и Р еврейские. И они действительно похожи, пишутся в каноне александрийском и, соответственно, уже в греческом переводе, в септуагинте. Там действительно лани. То слово, которое переводится потом как лани. И поскольку русская Библия на септуагинту ориентируется, и поскольку в старославянской и были лани,
и здесь тоже остались лани. Но в иерусалимском, в палестинском каноне лани никогда не было. Там дубы, выворачивает дубы. И опять-таки глагол можно переводить по-разному, в зависимости от того, какое там существительное. Поэтому во всех практически современных переводах никаких ланей, дубы. И по контексту, я не случайно так издевательски немножко сказал, смотрите, смотрите, о лесе, о деревьях все, да, целиком псалом. И вдруг, значит, лань беременная бежит и разрешилась. Нет, не было там лани. Контекст приводит нас к совершенно другой интерпретации. И 10 стих, пожалуйста. Господь восседал над потопом, и будет восседать Господь царем вовек. Вот обратите, пожалуйста, внимание на последовательность времен. Сначала говорится о неком событии в прошлом. Господь восседал над потопом, новом потопе, значит, и будет восседать царем вовек. Потоп — событие, которое было очень давно. Указание в прошлое. Будет восседать вовек — событие, которое указывает в будущее. Вот такая последовательность времен. Пожалуйста, у вас. Господь на престоле воссел над потопом, царем воссел он навек. А вот у вас по-другому. Он воссел над потопом и воссел тоже навек. Два раза прошедшее. В некоторых переводах Господь восседает над водами. Не над потопом, а над водами. А водами часто в Священном Писании называются многие народы. И будет восседать царем вовек. То есть совершенно не обязательно здесь именно потоп, как Ноев потоп. И последний. Господь даст силу народу своему. Господь благословит народ свой миром. Два обещания того, что будет в будущем. Даст и благословит. Пожалуйста. Он силу дает своим людям и миром. Народ свой благословляет. А здесь заявление того, что происходит в настоящем времени. Уже сейчас. Опять-таки, дело здесь в том, что еврейская система времен не совсем такая, как русская. И это действительно можно переводить и так, и по-другому, и так, и так. Подумайте, пожалуйста, о том, что такое будущее время. Сегодня я поеду домой. На самом деле, это просто мое намерение, которое я имею сейчас. В будущем поехать. То есть все, что я сказал, как говорил, сегодня поеду домой, это у меня серьезное намерение, в данный момент я имею серьезное намерение, вечером поехать домой. Поеду я домой или нет, по большому-то счету еще неизвестно, может быть, поезд отменят. Да? Поэтому будущее время, оно в любом случае какое-то такое немножко нереальное. Или вы сделали домашнюю работу, вы сделали домашнее задание, я его делал. Да, вот я его делал, это очень интересное время, да, потому что это несовершенный вид, потому что нет результата. Вот для еврейского языка очень важно наличие или отсутствие результата, а не соотнесенность с прошлым, настоящим и будущим. Поэтому действительно, в данном случае и тот, и другой перевод совершенно справедливы. И каждый перевод отражает небольшой кусочек, небольшой фрагмент того, что есть в общей мозаике. Значит, краткий совет в одну последнюю минуту, которая осталась. Имейте у себя, по крайней мере, два русских перевода. Если вы знаете иностранные языки, пользуйтесь современными иностранными переводами Библии. Тем, кто знает английский, я очень советую сайт, который называется bible.org. www.bible.org. Там есть один из современных, очень хороших переводов Библии. Его выкладывают в интернет, работают над этим профессиональные богословы и переводчики. Их задача сделать бесплатно не просто Библию, но Библию с хорошими переводческими комментариями. Если вы откроете любой фрагмент из Библии на сайте bible.org, то почти к каждому стиху вы увидите комментарии, ну тоже по-английски. И комментарии нескольких видов. Объяснение реалий и так далее, как обычно бывает в библейских комментариях, а, например, комментарии типа «В более древних рукописях такое-то прочтение, возможно, даже также такое-то прочтение. Мы принимаем такое-то прочтение по такой-то, такой-то причине». Или «Этот стих можно переводить еще так-то и так-то. Мы стоим на таком-то переводе по такой-то причине». То есть в каждом случае все объяснено, и в каждом случае у вас есть такое, скажем, понятие о том, как можно было поступить и почему переводчики, эти доктора богословия,
поступили так, а не иначе. Пожалуй, этот проект похож на Википедию. Знаете, что такое Википедия? С одним существенным отличием. Википедию может вносить исправление любой. Здесь же есть комитет переводчиков, причем и признанных ученых. И да, любой может порекомендовать исправление. Там есть форумы, там есть дискуссия. Но потом комитет обсуждает, молится и либо вносит эти исправления, либо их не вносит. Вот поэтому испортить этот текст, этот перевод, в общем-то, невозможно. Но при всех тех оговорках, которые мы сделали, мы можем судить с убежденностью сказать, что сегодня в наших руках, в нашем распоряжении полное, точное, авторитетное Слово Божие. Да, имеющее свои загадки. Да, требующее очень внимательного прочтения. Да, требующее молитвенного прочтения. Да, требующее особых навыков для того, чтобы эта книга была прочитана и понята. И все же это Слово Божие, которое мы можем доверять, которое Бог нам дал для того, чтобы познавать Бога, чтобы принять спасение и чтобы строить уже нашу христианскую жизнь. И вот это, друзья мои, здорово. Вот эта цепочка от Бога к человеку, это великая цепочка. Я рад, что мы смогли хотя бы коротко с вами ее пройти. Если вдруг захотите не коротко, ну что ж, поступайте куда-нибудь в семинарию года на 4. Ну, пройдете по полной программе, будете тексты еврейские и греческие сличать. Вот, да, много разных вопросов отвечать. Но в качестве первого такого представления, я думаю, это неплохо. И если кто-то готов нас сейчас повести в молитвы, в благодарности Богу за эту неделю, давайте завершим нашу встречу с молитвой. Господь наш, Ты велик и славен. И мы как будто прошли через глубину веков, чтобы увидеть, какими путями Ты принес к нам свое слово. Мы благодарим Тебя за то, что сегодня в наших руках авторитетное Слово Божие. Мы благодарим Тебя за то, что мы можем постигать Его, понимать Его и таким образом понимать Тебя. Мы благодарим Тебя за то, что Ты Бог, который открывается. За то, что Ты Бог, который хочет говорить с нами. И мы молим Тебя, чтобы и на следующей неделе нам быть верными в постижении откровения Твоего. Да будет слава Тебе, наш Бог, во имя Отца и Сына и Святого Духа. Аминь.